Здорово всем, парни, с вами Василько, опять озвучечка. Почему? Да потому что я сидел вчера на лавочке, захотел поиграть в Crazy Time, задел себе косарик и, в общем-то, решил поиграть, вот, и начал запись, когда я выпил Crazy Time на X3, и давайте посмотрим, что с этого у меня вышло, вот, ну я вот так вот сделаю. Так, окей, озвучечка опять, потому что микрофон не записывается на айфонах, не знаю, почему это надо как-то настраивать, что-то еще делать, вот, но... X3 словил по Crazy Time, это тоже хорошо. Хотя мог гораздо и лучше словить. Я выбрал синее, соответственно, по 25 рублей. Это, ну, грубо говоря, 75 рублей поставил на, если на стандартный X. Нормально. Так, хорошо, окей. Нормально, сам маленький X словил. А там X600 был, 600X. Блять, это пиздец, нахуй, это просто пиздец. 600X это пизда, это сразу бы выбрал. Хорошо, ладно. Окей. В общем-то, дальше пойдут чисто сливы. Кто хочет посмотреть чисто на сливы, тот welcome, типа, да? Парни, короче, быстренькая перемоточка, кто хочет посмотреть, после этого Crazy Time чисто были сливы. Ну и под конец, у нас произошла такая фигня, то что у меня остается ровно 500 рублей. Ровно 500 рублей остается. Я ставлю на множитель X2. Не помню тех эмоций. Хотя помню, но что-то вот хочу вот так поозвучивать. Вот, на X2 множитель выпадает у нас пятерочка, это X10. И все молимся, все дружно там с друзьями сидим на лавочке, и все молимся, чтобы выпал у нас X2 множитель. И я уже до последнего не верил, что он выпадет, но он, блядь, сука, выпадает, и это 5500. Просто камбэк, просто плюс X4, то есть плюс 4500. Просто за последнюю ставку. Последняя ставка все зарешала. Ну и потом, короче, я поставил 5000 на вывод. Вот, потом решил еще немножечко поиграть, залил, короче, сначала 500 рублей слил, сначала 1000 залил, слил, потом 1500 залил, слил, и вот 2500 последние тысячи заливаю, и буквально они тоже дают мне камбэк и уйти еще и в плюс, еще больше в плюс. Я ставлю 200 рублей, 250 рублей я ставлю на множитель X2. Ну и, к сожалению, выпадает множитель на X5, и, к сожалению, выпадает у нас единичка.
Да, обидненько, конечно, было, но я такое не расстраиваюсь, уже на дизморале, вернее, уже все друзья, абсолютно мои все друзья в телефонах своих залипают, потому что поняли то, что я все въебу. И я просто такой беру и косарик чисто ставлю на x2 множитель. Надежда, что выиграть просто 3 косаря. Ну, плюс 2 плюсом чистых. Вот. И короче. У нас выпадает на x2 множитель x3. И все уже такие начинают заинтересовываться. Типа, а вдруг в натуре выпадет, это пиздец будет. Ну и короче. Просто выпадает x2, сука, множитель. Это 7000 плюс 1250 на балансе, это 8250 нахуй чистыми. Это я плюс ушел на 3,5 еще. Ну, короче, я тут еще погамал немножечко. 8000 на вывод поставил, но там 5% комиссия была, и надо 2000 оборот сделать. А 2000 оборот, это надо 6000 поставить где-то. Короче, я еще на Crazy Time поиграл, выполнил оборот, поднял 10,5 и вывел без комиссии. Еще и на 2500 в плюс 10,5 тысяч я вывел. На этом тоже жестил, я по косарю на x2 множитель ставил и так далее. Но суть в том, что я ушел еще на 2,5 косаря в плюс и вывел без комиссии, потому что если с 5% комиссии выводить 7600, 8, это 400 рублей комиссии, то есть 7600. Ну вот, в общем-то, я все вывел. С косаря поднял 10,5 тысяч. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, оставляйте положительные комментарии. С вами был Василько, еще увидимся, всем удачи и всем одесса. Удачи, парни, пока.